В этот раз организаторы решили отойти от традиции и сделали вечер более молодежным. Его темой стал «Назад в будущее», а главными персонажами – Рик и Морти. Зажигательные номера дарили своим сокурсникам самые активные и инициативные студенты. Ребята и девушки старались не ударить в грязь лицом. Кто-то готовил остроумные сценки, кто-то пробовал себя в танцах, а кто-то импровизировал. Подготовкой вечера занималась администрация вуза вместе с Объединенным советом студентов. Первокурсница Юлия Лукьянова приехала из Арзамаса. Она учится в нашем институте всего 3 месяца, но уже успела вступить в совет и влиться в дружную студенческую семью. На самом деле, когда я только приехала, было немного страшно, было сложно сориентироваться. Но сейчас мы уже немножко подружились с ребятами, обосновались как-то. На самом деле, все не так трудно. Один из организаторов вечера, студент 4-го курса Сарфаты Нияуми Фи Сергей Евстратов, с теплотой вспоминает время, когда сам был первокурсником. Было очень легко, было больше свободного времени, а сейчас приходится вот это вот. Очень много времени уделять, чтобы организовывать для них, также чтобы им было интересно, как и нам в свое время. Бытует мнение, что стать настоящим студентом можно только после дня первокурсника. Сегодняшние первогодки успешно прошли студенческое крещение. Впереди у них непростое время первых зачетов и экзаменов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.